Кондиционер есть, но он не работает. Кировчане жалуются, что в новых автобусах не всегда включают систему охлаждения. На улице плюс 30 и открытые форточки и люки не всегда спасают, пишут недовольные пассажиры. Что это? Экономия, махинации перевозчиков для списания топлива? Не понимают они. Наша съемочная группа решила проверить информацию из социальных сетей. В частности, жалобы поступали по 54-му маршруту. Однако автобусы с этим номером, с неработающим кондиционером, нам не встретились. Тем более, что транспорт без современных технологий видно сразу и даже издалека. У него при такой погоде открыты все возможные окна, люки, а где-то даже передние двери. Если все-таки, значит, в автобусе установлен кондиционер, но он не работает, можно обратиться, ну, для начала это к, соответственно, кондуктору, об этом сообщить, либо водителю автобуса. Ну, я думаю, что они такие же точно участники этого процесса, и также им жарко, как и остальным жителям, поэтому, я думаю, никто не откажет. Но уже если вы встретите, скажем так, какой-то негатив со стороны сотрудников, да, автобусов, то можно обратиться в отдел транспорта администрации города Кирова по номеру, значит, 307-43-90.